подвиги русских солдат, мятежный 20 век и угрозы столетия 21-го вспомнили и обсудили участники торжественного собрания университета Лобачевского накануне Дня защитника Отечества. Такие встречи помогают не терять чувство истории, которое необходимо каждому офицеру. А это, как известно, к людям ННГУ относится напрямую. 45 наших студентов сейчас находятся в войсках на войсковой стажировке в военном университете, в лингвистическом центре Министерства обороны Российской Федерации, в боевых частях зенитных ракетных войск, воздушно-космических сил. Отзывы командиров о прохождении стажировки наших студентов очень хорошие, поэтому мы ожидаем, что выпуск в этом году будет у нас тоже успешный, и студенты покажут хороший результат. Количество студентов, правильно сказать, граждан, которые могут обучаться, с каждым годом увеличивается, и потребности Министерства обороны удовлетворяются практически в полном объеме. Отзывы о выпускниках учебно-военного центра очень высокие. Ребята, которые у нас отучились, проходят сейчас в настоящее время службу в подразделениях, в том числе, которые ведут боевые действия в Сирии, и показывают себя с очень хорошей стороны. Это люди очень мотивированы к военной службе, к защите Отечества, которые готовы в случае необходимости выполнить те задачи, которые предстоит перед ними Родина.